Дюнкерк. Маленький портовый город-герой на берегу Ла-Манша. В 2 часах езды от Парижа на ТЖВ. Train en grande vitesse. Поезд высоких скоростей, который был запущен в эксплуатацию 40 лет назад. Развивает максимальную скорость в 320 км в час. Прямо как болид Формулы-1. Дюнкерк – это прекрасное решение отдохнуть от новогодней суеты и сменить обстановку. А еще опаловый берег, как его называют французы, то есть море, которое меняет цвет от сине-зеленого до лазурно-жемчужного. А меня зовут Дмитрий Самаль, я дизайнер. Чтобы больше узнать про моду, стиль и дизайн, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Поезд тронулся, и вот мы уже проносимся мимо пригородов и деревенек. Поезд очень удобный, интерьер комфортабельный. Я решил поехать с первым классом, так как разница в цене была всего 3 евро. Итого билет стоил 88 евро, туда и обратно. Недешево, ведь я предполагаю быть в городе около 4 часов. Во Франции сейчас жесткий комендантский час. Вернуться надо до 8 вечера. Конечно же, маска обязательна в салоне поезда, даже если в вагоне всего 5 человек. Логотипы ТЖВ очень любопытны. Это своего рода оксюморон. Если мы перевернем название, то появится образ улитки. Быстрая улитка ТЖВ. Да, французы-философы, юмористы. Ищут образы и смысла во всем. И не прочь подшутить над собой. Кстати, изначально ТЖВ означало «Turbo Train à grande vitesse», то есть турбопоезд высоких скоростей. Индустриальные зоны, заброшенные заводы. А это, кстати, светильник. Плоский, с кнопкой. Днем от него, конечно, никакой пользы. Глядя в окно на бесконечно ухоженные поля, понимая, что сельское хозяйство во Франции на высоте. Действительно, страна является лидером по производству ячменя, сахара, пшеницы и, конечно же, вина. В городе пустынно. На улицах почти никого. А это, кстати, вокзал, куда прибыл ТЖВ из Парижа. Одежда людей, которых я встречал в городе, простая и функциональная. Чувствуется немецкий пофигизм к актуальной моде. И моему глазу, привыкшим к парижским изыскам и утонченным деталям, было не за что зацепиться. Поэтому моя коллекция очков местные жители вряд ли примут. Ну разве что это модель в солнечном исполнении, в жестком военном стиле. Как вам? Во время Второй мировой войны Дюнкерк сильно пострадал. Он был почти полностью уничтожен, его пришлось отстраивать заново. Именно поэтому вид улиц очень странный. Множество разных по стилю домов, великолепные дороги, удобная инфраструктура, поэтому здесь, в отличие от Парижа, иметь автомобиль – одно удовольствие, и на нем можно погонять. Кстати, об автомобилях. В одном из моих предыдущих видео заметил ли кто-нибудь, что за журналы были видны из заднего окна винтажного Астон Мартина, машины Джеймса Бонда. Вот это здание сохранилось еще с 1905 года. Интересные оконные рамы, кирпичная кладка со вставками из разноцветного кирпича, геометрические украшения в стиле ар-деко, а это Bain Dunkerquois, дюнкерские бани, изюминка города в ориентальном неомарокканском стиле, который был в моде во второй половине 19 века.
Здание было построено в 1895 году, и сооружение имело функцию общественной бани и бассейна. История города Дюнкерк начинается с X века. На протяжении всего Средневековья он был яблоком раздора между Англией, Голландией, Францией и Испанией. Какая красивая мозаика и статуи львов. А это уже третья реставрация. И все же бани пережили и Первую, и Вторую мировую. Город находится в 10 километрах от границы с Бельгией и славится местными блюдами. Интересное сочетание традиционной фламандской кухни и морепродуктов. Но, увы, рестораны закрыты. Название Дюнкерк в переводе со старофламандского означает «церковь Дюн». И действительно, церкви здесь – это нечто. Особенно церковь Святого Элигия датируется 1440 годом. А это бывшая колокольня церкви, которая сейчас отделена дорогой. Храм выполнен в готическом стиле, он очень красивый и впечатляет. Какие классные кованые элементы на дверях. Огромная роза украшает фасад, а под ней статуя римского папы, который имел гораздо больше власти и влияния в мире, нежели сейчас. И вот такой изящный элемент над входом. Статуя рыцаря. Площадь, на которой мы находимся, называется «Ля Пляс Дю Минск». Да уж, бывает и такое. Город, в котором я учился и прожил более 10 лет моей жизни, напоминает о себе. Повсюду памятники героям Первой и Второй мировой войны. Souvenez-vous, то есть помните. В 4 километрах от города находится крупный порт, куда заходят корабли со всего мира. А это марина, пристань для яхт. Неплохо. А как вам такой кнехт? Он уже здесь, наверное, лет 100. К нему, вероятно, пришвартовывали немецкие и английские суда во время Второй мировой. Как здесь все-таки красиво. Обратите внимание, как при помощи структурных элементов создаются одинаковые формы деревьев. А на площади Жана Бара в центре города находится статуя, кого вы думали? Жана Бара, самого известного приватира эпохи Людовика XIV, который совершил множество набегов на голландские суда. Мэрия города украшена новогодними декорациями. Жаль, что я не могу остаться на ночь. Ночью город великолепно освещен. А сейчас самое время отправиться на пляж. Он находится в 40 минутах ходьбы от центра. Какие милые миниатюрные яблочки.
Дюнкерке очень современные светофоры. Плоские, функциональные и продуманные. Ну и вот мы, собственно, на пляже. Вдали виднеется порт. Немного истории, но только самую малость. Британцы, воевавшие на стороне Франции, вместе с остатком французской армии бежали через Дюнкерк. Союзники были окружены в районе порта, то есть где-то здесь. Неизбежно были бы уничтожены, но наступающие немецкие войска остановились по неизвестным причинам и не стали наступать, хотя и могли. Британское командование воспользовалось неожиданной возможностью, чтобы организовать эвакуацию войск. По приказу Уинстона Черчилля все судна, большие и малые, были направлены к Дюнкерку для того, чтобы забрать английских солдат. В результате за несколько дней в ходе операции «Динамо» было эвакуировано 338 тысяч человек, в том числе 123 тысячи французских солдат. Конечно же, не всем удалось остаться в живых. Море все это помнит. Видимо, напитавшись духом храбрости, ребята решили впечатлить своих подруг и окунуться в морскую стихию. Температура воды плюс 4, а температура воздуха плюс 1. Давайте понаблюдаем за героями. Три богатыря. А вот и лавра восхищения. Конечно же, нужно растереться полотенцем. Я тоже решил снять обувь и сразу же зауважал ребят. Потому что вода, ну, просто ледяная. Зато потом такое приятное ощущение. Рекомендую попробовать. Усталость как рукой сняла. Совершенно неожиданный посетитель пляжа – пришелец. Может быть, он сбежал из зоопарка? Когда я подошел ближе, это пингвиненок. Здесь, конечно, настоящее раздолье для собак. Я сюда приезжал летом. Конечно же, ощущения совсем другие. Послеобеденная прогулка вдоль пляжа – излюбленное занятие дюнкеркцев. Я их прекрасно понимаю. Красота. А вдоль побережья – виллы, несколько рядов, частные дворцы. В разных стилях, один краше другого. Время возвращаться. В самом конце года, 29 декабря, мир моды понес невосполнимую трату. На 99-м году ушел из жизни легенда моды Пьер Карден, один из самых великих кутюрье нашей современности –
непревзойденный новатор. Он удивил мир своим футуристическим дизайном и космическими коллекциями. Я предпочитаю одежду, которую сам изобретаю для той жизни, которая еще не наступила, для мира в его завтрашнем обличии, говорил Карден. Память о нем навсегда останется в сердцах. А я благополучно вернулся в Париж и успел до комендантского часа. Наступил следующий день, мой морской выходной закончился, а впереди рабочая неделя. Подписывайтесь на мой канал, не забудьте про лайк, комментарий. До новых встреч, мои дорогие. Чао!